Друзья, всем привет! Сегодня я в своем видеоролике покажу, как можно в зимнее время отключать омыватели фар на RAV4. Итак, друзья, как мы будем отключать омыватели фар? Как мы все знаем, что в зимнее время очень часто здесь ложится снег, он тает, образуется лед, и форсунки омывателя фар часто выходят из строя. Мы делаем следующее. Открываем капот, убираем крышку предохранителей. Именно вот этот вот предохранитель в зимнее время мы его просто-напросто снимаем. Я сейчас его уже как бы приподнял наверх. Мне его очень легко снять. Вы маленько помучаетесь. Вот, ребят, убираете его куда-нибудь, где вы его не потеряете, так как весной, когда холода пройдут, откройте обратно крышку, защелкните предохранитель, обратно вставите крышку, и все. Все, ребята, всем большое спасибо, всем пока-пока.